В округе продолжается снос незаконных построек. Более десятка павильонов, киосков и капитальных объектов уже демонтировали в этом году. Основания – нарушения, выявленные при строительстве и эксплуатации объектов. Подробнее расскажем в сюжете. С октября прошлого года Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрациями городских округов Подмосковья по поручению губернатора региона проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг. Особое внимание уделяется территориям, которые располагаются вдоль магистралей. В рамках мониторинга территории городского округа Люберцы установлено: на транспортной улице напротив дома 1/1 возведен нестационарный объект площадью 420 квадратных метров. Разрешительной документации на установку и эксплуатацию у владельца нет. Есть нарушение требований безопасности дорожного движения, нет подъездных путей к этому объекту. Данный владелец не представил документов о противопожарных, соблюдении противопожарных норм, градостроительных норм и иных нормативных требований. Эту конструкцию возвели в прошлом году, но так и не привели в соответствие с требованиями действующего законодательства. Из-за отсутствия документов администрация Люберец в ноябре 2023 года выдала собственнику уведомление о необходимости демонтажа. Данное требование было не исполнено, и администрация на основании постановления сегодня производится демонтаж в принудительном порядке. Далее в адрес собственника будет направлено соответствующее уведомление о возмещении понесенных расходов. В случае неисполнения уведомления администрация обращается в суд. В ближайшее время в округе демонтируют еще 13 незаконно возведенных торговых объектов. Три из них расположены на вылетных магистралях. Богдан Колесников, Петр Пономаренко и Артем Морозов. Телеканал ЛРТ.